Приветствую, с вами Александр Джига, и сегодня я покажу вам, как нужно удалять первые три листа. Вот мы видим растение, и у нас вопрос, когда надо удалить нижние листья. Ну, есть несколько вариантов. Это первый вариант, когда листья уже не попадают в солнце, их забирают. Второй вариант, когда растение достигает 12 листов. Вот мы видим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И, соответственно, вот три листа мы обламываем вместе с пасынками. Вот эти пасынки мы тоже удаляем. 1, 2, 3. Вот. И пасынки удаляем обязательно. Вот в такой фазе лучше всего маленькие удалять, чтоб оно не тянуло с растения. Вот. Вот. И подвязали. Вот так.